Привет, друзья! Сегодня у нас 24 мая. Будем пахать и сеять овес. На сороковке, как обычно, бригада наша. Сегодня мужики-пенсионеры помогают. Больше некому. Пахать будем вот это вот поле небольшое. Наверное, оно 100 на 50, ну пол гектара, грубо говоря. Прошлый год садили еще с той стороны перелеска. В этом году не планируем. Планируем построить вышку получше в этом году. Более комфортную, а то мужики там мне писали, что это самое. Типа, что это у вас за вышка? Херня какая-то. Вот срубили мы 4 бревна 8-метровых. И на них будем делать. Вот они у нас лежат. В общем, вот такого полька нам надо спахать сегодня и посеять. Так что по мере сил буду включаться, снимать. Сегодня снимать некому, дедушки не умеют. Поэтому буду сам. Здравствуйте, мужики! Это канал Вятка Ханта. Сегодня мы делаем как поле для охоты. Это очень круто, это хорошо. Там Серега едет на трактора с плугом. Так, ребята, пахали вот такое поле, развалили овес, забронили его. В прошлом году, конечно, было посеяно больше, но в этом году вот так хватит. Главное не, как сказать-то, главное, чтобы вовремя заметить, когда медведь начал ходить, то он быстро все вытаптывает. Здесь мы поставили бочку с тухлятиной. Такая вот бочка. Сделали такие стяжки, чтобы медведь не мог быстро все оттуда вытащить. Тухлятиной воняет здорово. Еще добавим. Тухлячка еще добавим. На этом месте, где мужики, будем строить вышку. Нормальную. От лобас, возможно, уберем. На нем качает, как это. Как на парашюте. Не будем убирать? Не надо. Саня говорит, что не надо убирать, пусть стоит. Ладно. В прошлом году у нас еще вот эта поляна была спахана. Но не полностью. А в этом году мы отказались, потому что сидишь на лобазе, на две стороны смотреть очень неудобно. Внимание отвлекает, шевелишься на лобазе. Издаешь лишние звуки. А тут сделан так, чтобы смотреть в одну сторону. Вот такого полька, ребят. Устаешь от пахоты, если честно. Сильно устаешь. Вроде немного испахал. С непривычки пашу раз в годы. Устается здорово. Ладно, давайте, всем удачи. С вами был Серега. Вы были на канале Вятка Хантер. Всем пока.